Эх, хорошо. Здорово. Жарко. Ой. Найди предметы, о которых думают друзья. Да. Это то. Эх, хорошо. Здоровско. Фух, жарко. Эх, хорошо. Очень здорово. Ой, жарко. Дочка, ты чего? Конечно, жарко. Ведь лето же. А вот у нас на севере всегда зима. Хорошо. У нас там всюду снег, айсберги. Тучка, а может тебе на север съездить? Точно, Тучка, на север в экспедицию. Так это далеко это, и я как-то не готов. А мы тебя подготовим. Перетащи предметы согласно континентам. Отлично, пойдет. Здорово. Да. Так. Здорово. Да. Знаешь, Тучка, север стал еще севернее. Помоги Кеше собрать Тучку в экспедицию. Еще холоднее, еще голоднее, еще опаснее. Тебе понадобится еда, теплые вещи, снегозащитный крем, лыжи. Найди, что тут лишнее. Да! 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 Может, все-таки не надо? Не бойся, Тучка, без подготовки я тебя не отпущу. Вниманию, супертренировочную площадку для экспедиции на север. Ого! Может, все-таки не надо? Ну что, готовы? Поехали! Северная вьюга! Айсберги! Что? Не знаю, но на севере все может быть.
сверяй с санями, чтобы уворачиваться от препятствий. Нажимай влево. Ух ты! Здорово! Вот! Ого! Ух ты! Здорово! Вот! Ого! Ух ты! Здорово! Вот! Ого! Ух ты! Здорово! Вот! Ну что, я пошел? Да, удачно добраться. Ну что, ну до свидания. Прощай, друг, пиши. Тучка, а может останешься? А так разве можно? Конечно, Тучка. Что там такого на севере, чего нет у нас? Всякие айсберги, снега, горы, пингвины. Так и у нас все это есть, теперь есть. Зачем тебе уезжать? Собери картинку. Хотел уезжать. Ура! Тучка остается! Это потому, что у нас тут настоящий север. Даже свой пингвин есть. Кеш, на север.